Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня снова я, Демастер, также со мной еще Диоксид. Всем привет. Булик. Всем привет. И Химичка. Всем приветики. И мы, ребятки, играем на нашем приватном сервере Юрского парка. И в прошлой серии у нас вылупился... Короче, заблитык языкается, ребятки. Сначала у нас вылупился гомункул. Да, сначала у нас выпался гомункул, теперь у нас выпался динозаврик. И нам нужно. Нам нужно, получается, ножницы, чтобы сделать ему листвы. Да, и покормить обязательно. Или он сдохнет. Так, сейчас. Мясо сделаю. Там. Он не ест мясо, да? Да, он не ест. Ёпс, беги, я к тебе его. А он любую листву ест? Да, вообще не важно. Не знаю, я смотрю на меня дергает, смотрю на этого уродца. Ай! Вы куда-нибудь что? Сделайте для того. За кем он гонится с этим уродцем? Сделайте для него загон какой-нибудь. Сейчас я сделаю. То есть загон, да, лучше для него не убивать? Давайте, ну или убейте его, или я его убью. Вот, окорми нашего стегозавра, бэйби. Бэйби. А ты еще можешь просто поставить рядом, он тоже будет хавать листву. Если рядом поставить. Если тебя, например, не все, будет. Я его на фул нахавал. Ну, о, норм. На фул он больше не ест. У меня как раз было ровно на одну больше, чем он хотел. Хм, норм. Так, а где тут слизи? А слизи, да, так заберите, так кто-нибудь уберите эту слизи сюда. Да, давайте, я уже собираю. Да, мы убираем. У нас, в принципе, теперь слизи дофига, благодаря этому гомункулу. Можно его убить, я думаю, вы можете его убить, ребята. Ну, давай ты его убей, потому что если он что-то выпадает, и можно в анализатор положить, и, возможно, динозавр получится. Только у меня вот еда закончилась, мне кажется, я скоро умру. А вообще, по идее, вообще, ребят, кто он съел? У меня есть два хлеба. У меня яблоки были, я их ношу с собой, еще крафтите? Еду. Там есть пару... Не, хлеб не в крафте, есть 5 кусков сырых, приготовьте. Приготовь это там. Сырые. Пока кусок. Женщина пошла на охоту, приготовьте сами себе покушать. Окей, ну Сали охотница, короче. Но мы же в средневековье... Ой, не знаю, если ничего с языком, короче, ребят, да? Заплетается все. А кто? Может, не с языком, а с головой? Оп-оп. Так чё, гомункул, а чё с ним делаем? Ну чё, давайте я его убью. Давай, давай. А то он его сейчас уже убьёт. Вот, вот эти штуки. Да, попробуй их в анализатор положить. Мне интересно, с них что-то должно выпасть. Вода вытекла, ребят. Да, понял, нормально. Да, видишь, как я и говорил, пошло что-то. Какой-то прогресс. Что-то пошло, да. Ну, что там у нас будет и... Гнилая плоть, нормальный прогресс, нормальный. И второй раз... Надеюсь, что-то интересное. А в анализатор еще угодно можно пихать. Ну, не все, что угодно. А еще одна гнилая плоть, супер. Нормально, живем. Нафигово что-то, конечно, да. Так, а тот уже кормленный, да? Кто? Динозаврик. Ну, фиг его. Да, его кормил вроде бы домастер. Просто можно здесь спуститься в шахте и попробовать найти фигню. Где мясо-то говорили? Говорит, мясо есть, что-то еще открываем, вообще ни черта нет. Так вот, есть мясо. Ну, пшеница есть, конечно, пшеницу. Ой, сейчас. Знаете, вот, пофиг на вас, я лучше все хлеба сделаю. Так вот, мясо. Мы все равно пшеничного воина нашли. Ну да, кстати, это офигенно. В прошлой серии. Сейчас я выну стекло. А не, ну не жарится, блин. Я думал, оно жарится. Там это, оленина жарится. Конина? Оленина. А, понял. Янтарь. О, так у нас есть янтарь, лол. Чего вы не сказали? Подожди. Да, я тебе говорю, что у нас есть янтарь. Ща, я тогда... нашла подписчика, короче. У него тут, кстати, портал есть, и он мне картошку и морковку дал. Нормально. Нормально. Я такая, морковка, семя. Он такой, на. Все, у меня стекло. Какой-то рэкет, я понимаю, да? Я пришла там. Я пришла, пришла дальше. А, я такая девочка, озорная. Я создал. О, я нашла грядку, ребята, пацаны, мы будем кушать. Ура. Все, отлично. Аля сейчас нам сделает столько еды, что нам до конца жизни хватит. Ну я как бы сорву все тут, я, заселю короче, обратно. Слушайте, типа, я, короче, для этого динозавра, девочка. Мне кажется, нормально хавки так здесь сделал, смотрите. О, ну да, я думаю, он сможет пожрать, норм. Я, короче, сделаю из Jurassic Craft этот анализатор. У кого есть фосил вот тот? Он у нас есть. Ну вот, давайте. Суньте его в ДНК-экстрактор. У нас же янтарь есть, я тупой. Ща. Ну что, мы же можем в это, тоже в экстрактор его засунуть? Тащите, да, смотрите, в янтарь и 100% короче, ДНК динозавра получается. А, я пытался, да. Мне нет, не давало ничего. А, ты ну, вот сюда проверим. Он кидал? Типа смеяться, да, вот парень, который мне не дал семян, но дать ему нету семян. Я тут иду чуть дальше, у него рядом с домом находятся грядки с пшеницей, просто а куча за, грядок. А что за колбочка, что за колбочка? О, это брахиозавр, это ДНК брахиозавра. Ну, 25% не вариант. Из него ничего не сможет вылупиться, типа. Почему? 25% шанса? Ну, это большой шанс. Нет, это маленький шанс. Это даже 50%. Большой.
Стегозавр. Вот из него что может выпасть? Вот из него что может выпасть нормально. Сейчас еще один фосил. Херозавр. Херозавр, у него хер просто есть большой. О, 100%. Ордхан. Сейчас все 100% будут, это янтарь. Трицератопс. Трицератопс, отлично. Отлично. Огромный, огромный. Да. О, анкилозавр, это вот эта какашка. Да, это какашка, который. Какашечка, И орд опять что-то там. Да. Все, изи. Что с ними делать? Ну, теперь нужно сделать эту фигню, и там мне нужно... Блин, мне нужны цветки какие-нибудь. Вон цветки из-за тебя, вон. Сейчас, у вас там рядом с домом растет. Так, самый верхний сундук, Диокс, посмотри, я тут всю растительность сложил. Ага, понял, понял. Угу. Вот, да, вот, сейчас, опа, все, изи, сейчас будет. Я сейчас сделаю эту штуку, в котором тоже культивируется из Jurassic Park, типа, динозаврики. Угу. И все будет найс. Лов, я сделал какой-то дайвинг хелмет, нате, возьмите. Да ты чё, охренел что ли? Эй, гвард, ты чё меня бьёшь? Чё, напала на деревья? Да меня напал гвард, блин, я не зомби, я его от зомби спасал, он начал меня бить просто. Алло. Ну, ты, может, случайно его ударила. Это не норма, но я пыталась ему помочь так-то. На, это под водой, чтобы плавать. Так у меня золотой, чтобы светиться, я знаю, что под водой. Подводное, у него всего лишь подводное дыхание 2. А, нифига. Всё, я сделал. Смотрите, ставлю. Куда ставить эту штуку? Да, вообще, по-хорошему, нужно дом ставить, делать уже. Да, пофиг. Так, еще один день всегда нужно сделать, закинуть. Вот тут все посложнее. Во-первых, нужно 3 ведра воды. Потом нужно как раз-таки свинина. Или что-то такое. У нас есть коровы, но... Ну, убивать их пока нет смысла. Да, их убивать нельзя. Сейчас, кстати, их нужно покормить, кстати. Угу. Чтобы они там еще расплодились побольше. А что, где еще одна корова? А, она еще пока маленькая. Они не расплодятся, мне кажется, сейчас. А, да, сейчас, Булька, ты иди. Так, давай, я их кормил. Сейчас. Все. Он меня нашел, господи, боже мой, он нашел меня. Беги от него, беги. Он реально шел, да, на запах, что ли, я не понимаю вообще. По запаху тебя определило? Ладно. На нюх. В порядке у него. Может его убить просто? Может. Бедного гварда хочешь убить. Нужна вода, короче. Я сейчас принесу воду. О, давай. Во, ты сколько ведер сделал? Я одну взял. Во, я тоже. Сейчас давай сделаем сначала бесконечный источник. Да, я так и хотел, Ой, это хорошая тема, приду и сделаю грядки, вот просто аж пшеничкой там все дела. Вот все, пора бы, да. Так я вот сейчас насоберу семян, еды, обкраду эту деревню несчастную, где меня начали бить. Ого, 1500 железа у нас. Ну, мы нормально накопали, да. Да. Все, короче, заполнено. Теперь, получается, кладем туда эту. Ой-ой-ой, пицца приехала, я так понимаю. Диоксид нормальный такой. Такой думаю, сейчас, секундочку. Ребят, такой просит. Ну что ж, мы продолжаем. Ребят, я немного зафыкашился буквально. Ой, меня выкинуло. Мне кажется, что-то мы сломали, ребят. Давайте пока поставим на паузу. Ну что ж, дорогие друзья, мы немного прерывались из-за того, что сервак вылетел, да, как бы. Вот, но мы уже продолжаем. А, динозаврик сами у нас растет, пока незаметно. Вот, Аля у нас вернулась, она сейчас будет копать грядки, делать у нас огород, кормить нас, так сказать. Вот, что делаешь? У меня сегодня много в подчинении мужиков, так что надо много еды. Это да. Много еды. В 3 раза больше, чем на Кейклайне, давай. А, так мы не закончили. Чувак, ты хочешь, чтобы тут сервер сломался? Не, нормально все будет. Отсылочка. Угу. Все будет нормально. Так, смотри, вот мы залили воды, да, Диакси, что дальше делаем? Ну, теперь, короче, надо туда положить ДНК. И все? То есть выбирай либо брахиозавр, либо херозавр. Давай, знаешь что, я хочу сейчас покажу тебе, что я давай. Хочу. Вот это хочу. Брахиозавра. Да, я что куда закидывать? В культивейт, где написано. Ну, у него 25%. Нормально, я хочу этот. Я сырую свинину закидываю. Походу нет, он не будет. Будет, я тебе говорю, давай. А ваши динозавры едят сырую или жареную свинку? Не, он, видишь, он, короче... А, да, вообще любой они едят. И что дальше-то? Значит, это еще закинуть туда? А вот он-то и делал, он не хочет, потому что у него 25%. А где коровы? Надо кого-то... А что нужно закидывать? Что нужно закидывать, так бы скажи мне. Ну, ищи либо 50%, либо 100%. То есть, такая тема нужна. О, кто-то купил доступ. Прям на серии. Да? А как это? Да. Торджи Боссин Гейм. Торджи Боссин Гейм. Спасибо тебе, чувак, за покупку, да. Доступ.
Давай сделаем, не знаю... Ну, выбирай. Давай вот этого, короче, трицератопса сделаем. Ну, давай, да, нормальная тема. Просто ложи вот, да, и все, раз. О, боюсь, у меня перед экраном культивейтинг трицератопс появился. Прогресс 0%, 10. 10 уже, да. Все, ничего не нажимать, да? Можно смотреть на табличку. Да-да-да, а я сейчас пока тебе сделаю динопад, блин, походу не смогу. Или если сделаю, чтобы ты на них мог нажимать, смотреть, сколько им лет, там, сколько им всего. Окей, это у нас получается сейчас все из мода фосил. Это все, да, из мода фосил. Не, сейчас это Jurassic Craft, то, что мы сейчас делаем. А, это Jurassic Craft уже. Чего ты принеси? Да. А я думал, все еще с фосилом тусуемся. Я пока скопаю, у меня тут своя система. Ну, фосил это первый динозавр, а это сейчас второй из Jurassic Craft. А где эти рексы? Терексы? Да. Но это сложно, это нужно... Стоп, я же, кстати, ископаемые принес. Куда вы их дели? Сейчас я найду их. Терексы, что, как терексы это сделать? Давай, расскажи нам. Ну, это сложно, это нужно, опять же, вот эти ископаемые. Ну, он, в принципе, так же делается, но... Для шанс него нужен маленький. Загон. Да, шанс маленький, загон нужен немножко так, другой. Так, получилось, вот, трицератопс экс получилось. А, нам нужно для него очень большой загон строить. Трицератопс? Не-не-не, именно если из фосила, то они огромные прям, а из Джурасика они как бы загоны не ломают, и они более-менее такие адекватные. То есть да, из Джурасика Крафта можно даже просто забором оградить. Так, это будет... а мы решили здесь на твоей грядке загон строить. Нет, ну ты что, офигел что ли? Ладно, давайте этого посадим. Сейчас землю кушать будешь. Этого, короче, он агрессивный, поэтому посадим его в гору. Он не агрессивный. Он не агрессивный. Может, Терекса в гору посадим тогда? Ладно, Терекса в гору. А есть динозавры, которые людей кушают? Да, Терекс. Если его не приручить, он просто всех жрать будет. Можно вокруг нашего привата поставить таких парочку штук. И да. Это. И никто не подойдет вообще. Да. Они еще едят так на расстоянии, то что его ударить даже не сможешь. Ну, только из лука расстрелять, наверное. Ну да, это единственное. Так, окей. Давайте здесь сделаем загон внутри реально для этого. Я хочу, чтобы у нас один динозавр был такой закрытого типа. А может реально по миру пустить кучу динозавров, чтобы людям ходить было неповадно, так сказать? Да, они скоро сам, когда сервер наполнится, по-любому у людей будут динозавры сбегать и так далее, поэтому... То есть реально будет опасно ходить? Ну скоро, да, начнется. Не, ну они будут сбегать, но они же как бы передохнут все равно, их никто не кормит. Или они сами себя кормить будут? Они как бы, ты чё, там же здесь и свиньи или что-то такое бегает, они сами пожрут, если им надо будет. Слушайте, так это самодостаточные эти животные? Ну да. Че, классно. В принципе, мы можем посадить яйцом, пока вырастет. Поставьте на загончики, пока мы будем, все равно мы будем разрывать при нем его жилье. Поставьте вот здесь вот эти калитки. Давай, сейчас поставлю. Сейчас я пока поставлю яйцо, пусть растет. Калитки есть в сундуках, посмотрите. Да, чтобы... тут одна. То есть, как вы видите, ребята, много времени, чтобы сделать. Много времени, чтобы сделать первых ваших динозавров, у вас не потребуется. Это делается достаточно быстро, то есть мы играем не так много. Это хоть по времени выходит серии достаточно долго, то есть раз в несколько дней, да. Но по факту мы играем здесь не, ну, около часа. То есть даже ну, не больше часа. Ну, где-то около часа, может, плюс-минус там, минут 20. Вот, то есть, как бы, играем мы не так много. То есть, зайдя на сервер за час, вы уже, в принципе, успеете сделать себе. Хотя нас тут четверо, да, ну, было трое поначалу. Ну, в принципе, где-то за день вы сделаете уже несколько своих динозавров 100%, если будете прям плотненько так играть, хорошо. Вот, так что, ребят, не знаю. Так что, если вы хотите попробовать, заходите. Заходите, как бы, да, ссылочка будет на сайт, но доступ, как я уже и говорил в первой серии, он не бесплатный. Потому что сервер приватный, это приватный сервер, только для элитки. Вот, так что, ребят, заходите. Так на этот... ДНК. Ой, как анализатор? Там? Ну, короче. Да, ну, я не знаю, сложно называется. Где просто о, так он почти вылупится. Через 40% уже вылупится. А, ну вот, чуть-чуть осталось. Ой, так, два блока вверх, думаю, два блока вниз, и ему хватит. Ну да, но это как бы трицератопсы, они не должны в такой среде жить. Ну, пусть. Потом если что, переведем. У нас закрытый. Ну, да, я понял. Потом еще переведем его, да, пока что он, это у нас наблюдение. Да, поэтому норм. Только что семена исчезли из инвентаря. Потом, когда у нас появится уже куча загон... Да, это небольшие просадки по ТПС, ребят, не беспокойся. Это норма, да? Это норма. Бывает. И то я испугалась, думаю, что я с ума схожу, что ли. Чуть-чуть девочку. Ну, как бы это... факт. Неудивительно. То, что сходишь с ума, это факт, Джо. И желательно вместо... Он родился, слышите? Ура! А еще что ему дать нужно? Тоже листы кидать? Но он либо листву, либо он вообще не жрет. Ну попробуй притащить что-нибудь ему. Сейчас листву возьму. О, я шахту нашел. В смысле? Как ты? Я тут копал и. А, да, там каньон где-то внутри. Да, каньон. Каньон, да, нашел. Ну, вот, типа того. Ну что-то как-то он не очень жрать хочет, если честно.
Походу нет. А Кейс это подписчик или кто-то? Это, кстати, девочка. Кейс? Девочка? У нас девочка динозавр вот этот. Я думала про Кейса, я думала, девочка. Ой, какой няшечка, господи, боже мой. Иди ко мне, я поглажу тебя. А здесь же погладила. Он рычит на меня, как ёжик. Ты его ударила? Я не ударила, я его толкаю. Ну, нормально. Не толкай его. Ой, провалился в текстурке. С кем не бывает. Аля меня в Dying Light поднимала на стриме на фит-канале, и в итоге это. Я тоже в текстурке провалился. А, да, я видел. Было жестко. Я вам под Хараном ходил. Кушать хотите? Эй-эй. Давайте хлеб расскажу. Так ты я сделаю сундук с хавчиком, просто мы подходите брать еду. Хорошо. О, у меня морковь. Любители брать. Подходите брать. Что за звуки были? Не знаю, у кого. Кто-то это ржает. Он, походу. Игрок Компотик С нашел багнутый предмет Stone Дюб на World 132. А кто-то дюпает? Ну все, и он уже это не сможет. А это что, у вас антидюп-система какая-то? Да. На самом деле фишка в том, что типа чуваки писали, что это что-то с сундуком связан баг какой-то. Да-да-да, там с сундуком, типа, чтобы не дюпали. А, там типа, норм все. Там все норм, да? Ну да, там с помощью чита одного можно. Но это уже невозможно. Типа пофиксили, да? Да. Отлично, отлично, отлично. Мы почти выкопали из загона, но будет там, наверное, пещеру закрыть. Давай пещеру закроем. Да. Да я камнем хотел, я там пережаривать. Чё, а где мне получается ставить землю? А, у меня земли нет. Надо сходить. А, не, есть. Всё, где потом еще переделаем дизайн, пока сделаем так на первое время, чтобы было хоть где жить. В принципе, мы знаешь, что можем сделать? Мы можем сюда притащить, короче, землю. Ну. Вниз поставить под него землю, сделать здесь деревянный какой-нибудь дизайн, и он будет почти как на свободе. Сделать такой. Во-во-во, да. Биозагон. Да, дерево какое-нибудь сделать, то есть такое что-то. О, класс серф уже пишет, чувак, который зашел, чувак, да, что. Да, класс серф, видите, ему нравится. Ну, что у нас там уже как бы спаун такой топовый, да? Вот. Ну да. Да не, да, там такой динозаврик вообще няша. Так, нам тут нужна будет лесенка, что я достану. Диок, сломай тут. Че, зачем? Я этот камень принес, чтобы красиво было. По фэншую все. Так мы потом, наверное, стену сделаем в любом случае из этого, из чего-нибудь другого. Да. Так можно сейчас, да, вот этот блок вниз камень прокопать и землю поставить? Да, да я пока проведу туда этот травяной этот. Травопровод. Че ты смеешься? Мы раньше так называли, когда вот еще играли в Майнкрафт, помню, в это, в бетку, да? А не в альфу мы играли. Мы очень часто делали травопровод, подземные какие-нибудь города. Травопровод? Это как? Ну это когда вот ты проводишь траву. Как? Ну вот смотри, короче, нужно поставить обязательно факел на эту землю, и вот по этой земле сюда вот травинка потом придет, потом сюда, туда, и потом в итоге вот сюда трава выйдет, все. Да ну. Да. Я один играю чувак... 3 года и не знал этого. Ну чувак, мы знаешь, как делали еще в 2010 году, что ли? Мы когда строились на землевых координатах, не на землевых, то на, короче, бедроке. Прямо на бутрок ставили блоки, тоже хотели, чтобы у нас там была земля. Мы прямо снизу спиралькой вот такой вот вниз ввели эту землю и ждали несколько суток, а то и недель в реальной жизни, пока эта фигня туда прорастет. Потому что раньше земля росла в 200 раз медленнее. Офигеть. Так, короче, еда и эта будет... эта фигня называлась травопровод. Нифига себе, вот я не стал реально. Потому что раньше не было шелкового. Сейчас это как бы все изи, сейчас есть шелковое касание, да? И можно просто выкопать это дерьмо и поставить. Раньше шелкового касания не было, да? То есть многие, я уже чувствую, умники там в чате, ну, в комментариях решили написать, о, это шелковое касание есть раньше. В 10-м году не было зачарования, не было шелкового касания, ребята. И естественно, приходилось выкручиваться как могли. Могли только так. Либо из креатива брать и ставить, да, но в креативе никто никогда не сидел, потому что на серверах. Ну, у нас, конечно, была админка тогда на сервере, но типа из креатива брать это было тупо и неинтересно играть. Да, и мы реально делали так вот и ждали, вот реально неделями ждали, потому что раньше было все намного медленнее, чем сейчас. Блин, ну круто. Это реально было жестко. Правда, знаете, что у нас проблема? Мне кажется, он сейчас с Дина не вылезет сюда с этого блока. Да, он вылезет, он сам. Давай, вылази. Что он не хочет. Да, он что вылезет, он выпрыгнет. Ну, он сейчас сам осознает. Да, сам. А, он просто сидел. Я его садил. Вот я его посадил. Реально, вот трава. Да, видишь, трава трава сюда идет, травопровод работает. Офигеть! Все, и можно ждать, короче, теперь. Ждать, когда травопровод дойдет оттуда и засеет там всю травой.
Все, хавчик вот тутенький, смотрите. Ну что ж, ребятки, в этой серии мы с вами, в принципе, вырастили второго динозавра, сделали кучу всего, нашли кучу ДНК для других динозавров. Мы, думаю, в следующий раз уже сделаем еще больше динозавров, но это будет в следующий раз. А пока, я думаю, стоит закончить эту серию. С вами были Демастер, также с нашими были Диоксид, Булик и Химичка. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Также не забывайте ставить лайки и писать, типа, что вы хотите видеть в следующей серии, естественно, по этим нашим приключениям летним, да, жарким. Вот, и не забывайте, что можно зайти на сервер, поиграть вместе с нами, то есть, в принципе, это изи, нужно только зайти и купить приватный доступ, потому что это приватный сервер. Вот, ну а на этом все. Также на канале Диоксида выходят серии, да, в которых мы записываем на его канал, ребятки. То есть там будут отдельные серии, где я не записываю. То есть мы играем на первом приватном сервере. Это второй приватный сервер, мы с ним играем на первом приватном сервере, да. Вот, и естественно вы можете зайти на его канал и посмотреть серии, которые у меня не выйдут. Но там я в них буду тусоваться. Вот, на этом все, всем удачи, всем пока-пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока, таким.